Хулигана я знаю давно, и он всегда скрывал свою личность. Он же из DedSec. А теперь встреча. Это неожиданно. Посмотрим, что он задумал. Меня не проведет. Хулиган. Что? Хулиган, 17. Мужик, ты чё? Хулиган, 17. Клара. Клара. Семнадцать, значит? А хулиган тебя не смущает? Меня все смущает. Испугался, что ли? А должен был испугаться? Не будь параноик. Да ладно. Кто-то влез в мою жизнь. Угрожает моей семье и вдруг со мной хочет встретиться некий хулиган. И он — это она. Всюду ложь. Слушай, я могу тебе доверять, Клара? Доверять, может, и нет. А вот послушать стоит. СМС, что ты мне послал. Я знаю, где его найти. И для этого нужно было встретиться лично? Да. Именно для этого. Ты же хотел хакнуть DedSec? Да ты шутишь. Будь поласковее. Я открою тебе целый мир. Ну, женщины любят кормить обещаниями. Тут все их грязные делишки. А у меня к ним доступ. Краденый, да? В этом сила. Только не дури. Из-за твоих фокусов люди страдают или гибнут. Ты не доверяешь мне? Дай мне причину доверять. Ладно. Отправитель, как его найти? Работаем вместе. Глянь, что я тебе послала. А я отслежу сигнал. Вот уж удивило, так удивило. А ты такой, как я и думала, Эйден. Интересно, это хулиган или Клара? Упростим задачу. Валя, надо найти звонившего. А он хитрый. Его сигнал...
ждет в офисное здание. Клиенты, менеджеры, начальство. Все как обычно. Офисы, значит. Без доступа к системе никак. Не будет его, не будет чувачка. Нужно понять, как пробраться в здание. Этаж приема доставок? Это у нас самый нижний. Там тоннель. Самое того. Это ты прости, что был груб. Я знаю, что ты делал. Запугать меня хотел. Предсказуемо. Вторгся в личное пространство, потом взгляд, физический контакт. Искал слабые места. Ну и как, нашел? Так я тебе и сказал. Тут не так. Что за черт? Я даже не умею эту железку заряжать! Я в здании. Что там впереди?
Судя по планам, там просторная галерея. И охрана, конечно. Кстати, эксплойты, что я тебе скинула. Отвлечешь охрану. С телефона запросто хакнешь любой девайс. Прямо любой? Ну да. Их мобильники, взрывчатку, рацию. В общем, любую хреновину на цифре. Ясно. Понял. Просканирую офисы. Найди комп, который можно хакнуть. Нашла. Брэдли Кофлин. О, нет. Что за хрень тут творится? Говорю же, никакой не баннер. Вообще все закрыто. И здоровенный такой глаз. Блин, сеть сломали. Дерьмо, закрыть все входы. Найти суку. Короче, ты в сети. Отследи звонок. Почти удалось. Калис, копов вызвали. Их суперсканеры мне никак не отключить. Тебе пора валить. Никого тут нет, и куда же? Я иду дальше.
засекут, как пить дать. У нас есть способ их забрать. Эй, есть способ, дерьмо. Вот, нашла. Сейчас кину файлики. Создашь помехи и для сканеров, и для средств связи. Ну что, где звонивший? Я заколебался бегать. Да, есть. Сигнал из квартиры в районе Луп. Все понял. Будь осторожен. Все эти пляшки с сигналом тебя заманивают в ловушку. Это мы еще посмотрим, кто кого. Смазано из-за отключения электричества на стадионе. Поле и часть трибун остались без освещения. Однако это не помешало Чикаго Капс выиграть. Моей семье к радушному приему. Дэмиан знает, чем меня зацепить. Ладно, рискнем. Ток разделен. Значит, и щитков там два.
Это еще что? Кандидат. Забыл. Прости, что заставил побегать. Вижу, хватку ты не потерял. Есть дело. Так что не мешкай. Сигналка сработала. Вали. Это в планы не входило. Но что уж теперь поделать? Выбирайся. И милости просим. Зачем он угрожал Нике? Наши пути разошлись. После Мерло. Для вас, громилы, есть новое задание. Ноги в руки и вперед! Шутка такая!
Ладно, Дэмиан. Поговорим. Не умница? Я плачу. Дэмиан. Соскучился? Твой хрен звонил Нике. Что нужно, Дэмиан? Не груби, Эйден. Господи, да расслабься ты уже. Где мой старый кореш? Помнишь? Я за компом, а ты занимаешься мужской работой. Я хочу помочь. Ищем-то мы одно. Ответы. Кто на нас напал? А ты, говорят, зашел в тупик. Так и думал. Итак, у меня есть добрые вести. Мерло! Опять ты? Мерло, это твой косяк. Херня. Ты еще легко отделался. Слушал бы меня, никто бы и не узнал. И не погиб бы? Моей племяннице Лене было всего 6 лет. Нет, вы поглядите. Обвинил меня в семейных проблемах. Дэмиан разозлил плохих парней. А как же я? А что ты? Я тоже пострадал. Я стал калекой. У меня все отобрали. Дошло. Нужно держаться вместе. Обойдусь без тебя. Был другой хакер. Был второй хакер. И я знаю, как его найти. Может и так, Дэмиан. Но ты не справишься. Без меня. А вот я без тебя. Запросто. Да постой ты. Это же зацепка. Ну-ну. Я уважал Дэмиана. Он научил меня всем выкрутасам с кодом. А я в ответ научил его работать с людьми. Человеческий фактор не менее важен. Мы были командой. После аварии я забыл о нем. Вычеркнул из своей жизни. А он опять нашел мое слабое место. Он что-то знает о Мерло.